тут еще много веселых историй. Ты, паинькой, кто вчера в доме к свинкам дырявый носок подложил? А свинки потом долго у носковы спрашивали, как его зовут и какой он породы. Ну весело же было. Всем обещала. Что я тебе обещала? Мне лично ты обещала купить килограмм колбасы. Когда такое было? Я что-то не помню. Зато я помню. Ну ладно, ты обещала показать на видео, где же теперь живет наш новый нахлебник. Это ты нахлебник. Вот кто со стола хлеб украл? Это не я, это мыши. Я хлеб не ем. Да-да, рассказывай. Ты за булочку меня по частям продашь. Ты не отвлекайся. Давай, рассказывай, где будет жить новый этот, как его? Любимец. А я? Ладно, только ты на ночь тапки не оставляй в коридоре. А то что? А утром сюрприз будет. Я подозреваю, какой сюрприз, но сейчас мне пора рассказывать, как же я обустроила домик моего хомячка. Подпишись, даже если у тебя лапки. Для нашего малыша мы подготовили вот такой контейнер. В нем уже сделана вентиляция по бокам и на задней стенке. Еще такая же сетка встроена на крышке контейнера. Так что свежий воздух хомячку обеспечен. Папа сделал для хомячка огромное колесо. Оно на тихом подшипнике. И оно огромнейшее. Кстати, и очень красивое. На внешней стороне оно украшено вот таким орнаментом. Да, сразу отвечу на вопрос новых зрителей. Колеса для хомячков мы делаем сами. И вы тоже сможете, если вдруг у вас в городе и продают больших колес. Как сделать такое колесо, ищите видео на моем канале. И теперь мне осталось насыпать опилки и поместить сюда домик, кормушку и поилку. Но сначала я соберу домик. Он почти такой же, как у Фани. Отличается только тем, что у Фани домик с сердечками, а у нового хомячка с башенками, прям как замок. Собираю домик. Это очень просто. Домик готов, устанавливаю его. Теперь соберу кормушку, она в том же стиле, что и домик. Ставлю в нее две мисочки, одна для сочки, вторая для корма. Что я забыла? Ну конечно поилку. Вешаю поилку, вода в ней фильтрованная, меняю я воду каждый день. И для развлечения хомячку поставлю лесенку. Ее собрать тоже очень просто. Все готово. Ставлю лесенку. Что я забыла? Туалет. Он тоже обязательно нужен. В него насыплю гранулят и добавлю немного описанного гранулята, который пахнет хомячком. Чтобы малышу было где мыться, поставлю купалку с песочком. Пока это детская тарелочка. Думаю, попозже разыщу в магазине более красивую посудку и сменю эту тарелочку. Чуть не забыла. Обязательно надо белых салфеток, чтобы хомячок мог построить себе гнездо. Кажется, все готово. Ну что, заселяем нашего Хому? А пока он осматривается, расскажу, какое же имя мы ему выбрали. У нас на канале уже есть хомячки-мальчики. Вжик, Макс, Куки, Буба, Мышата, Лайк и Мышарик, морские свинки, Тедди и Нафани. Вы нам помогали выбрать имя для этого, как говорит Фани, красавчика. Мы все думали, размышляли и решили называть его Орион. Большая часть подписчиков посчитала, что Фанька придумала самое классное имя. Да, я такая, я гений. У меня уже есть хомячок с именем Печенькой, Куки. А теперь будет вторая печенька, Орио. Создается мне, что мне с моим Орио ждет еще много веселых историй. Справедливость. У него такое классное имя. Я тоже такое хочу. Но у тебя тоже классное. Фанни значит смешная, веселая, озорная. Это прям про тебя. Это да. И подписчики меня любят. Любите, правда же? А ну-ка, кто меня любит, поставьте лайк под видео. Я хочу знать, сколько вас. И те, кто забыл, обязательно подпишитесь, а то пропустите новое видео. Я тут узнал один секрет. Ух ты, а какой? Ну, это же пока секрет. Ну, хотя бы намекни. О чем или о ком? Это секрет Орио. Только я его расскажу в новом видео. А пока иди читай список литературы на лето, а то в хомо-школу уже скоро. И что, у нас будет бэк-то-скул? А это зависит от того, как ты себя будешь вести. Я буду паинькой. Ты паинькой.
Кто вчера в домик к свинкам дырявый носок подложил? А свинки потом долго у носка выспрашивали, как его зовут и какой он породы. Думали, это им нового соседа подселили. Ты же знаешь, у них зрение не очень-то. Ну весело же было. Это тебе весело. А свинки до сих пор думают, куда уехал их новый сосед и почему он обиделся. Ладно, мне пора бежать готовить новое видео на мой второй канал. Надо будет глянуть, как там мы с тобой в Back to School получились. А то я премьеру проспал. Всем изи пока. Всем хоба пока. Всем котам до новой встречи в следующем видео.